Я не знаю, слышно вам или нет. У нас опять сработала сирена воздушной тревоги. Да, я живу в Израиле. Тут уже 8-й день идет война между террористами Хамаса и нашей армией. Опять ракетный обстрел. Сейчас, беги! Осторожно! Вряд ли вы ее, конечно, услышите, потому что она вдали будет. Ну и чё, как мне забраться теперь сюда? Это, кстати, уже второй раз, что я играю, записываю во время тревоги. Первый раз 2011 год, по-моему, был, не помню. Нас тоже тогда обстреливали, но тогда я в Battlefield играл. Направо. И даже записал это. У меня есть это видео в интернете. Кто захочет, может посмотреть.